приехали, блин. Как Российская империя. И стиль не тот! Ты чё привёз, водила-будила? Вернись обратно! Шандеса, кто-то же. А чё, нас никто не встречает? Бусье, вы были когда-нибудь раньше в зимней жопе без ничего посредине нигде? Есть у вас такой опыт? Нет. Я всю жизнь всячески избегал такого опыта. Меня зовут Серегу Сморосня. Я ваш учитель по защите от засерии мозгов. О, Моросня? А я Масяня. А вместе мы Моросяня. Почти Поросяня. Не обращайте внимания, ваше высокоблагородие. Она у нас пустомеля. Халсмауль! Мое имя на ингерманландском означает «приятная погодка пиетарий». А твое имя, Масяня, вообще нихера не значит. Так что халсмауль, цак одень и в крысобуз полезай. Ишь ты, расточился-то, Моросня. А ну все живо в крысобуз. Крысобуз. А какие трамваи у вас, нет? Ой, фу ты, кишки, говно, шмётки какая-то, кровища везде. Чё так плохо выскреблено, а? Это замок школы. Остатки, так сказать, былой роскоши. Когда-то здесь была чудесная страна, а теперь вот только огрызки, изъеденные коммунистами. Еще недавно замок так и назывался. Остатки былой роскоши Гварь. Потом назывался Айеншален Золбрухштерн Ферурзаха. Потом Афхангелек фон де Умштандехейде. Потом Ви Путин Инна. И вот теперь Гарварвер. А почему так назвали? А потому что прикольно произносить. Ты сама попробуй скажи. Гарварварварт. У этого замка нет входа в пространстве. Только во времени. А это как это так это? Ой, что это со мной? Это заклятие уничтожения вопросительной интонации. Ибо задолбал ты, Масянь. Что вы со мной сделали? Ой, фок. Я что, теперь не могу задавать вопросы? Блин, уроды, я вам что, подопытный кролик? Что вы себе позволяете? Где ваша жалобная книга? Как же я буду учиться, не задавая вопросов? Халтшмауль, Масяня! Итак, я расскажу вам, как пройти через временной вход. Вы знаете, для чего нужна икота? Икота — это как високосный год. Все люди живут немножко в разных временах. Из-за того, что одни носятся, как сумасшедшие, а другие ползают, как слизняки. И икота исправляет это дело. Икнул и исправил личное время. Хорошо, значит, чтобы попасть в замок, нужно сделать икание, икок, один икок. Это так? Нет, с чего бы это? Вовсе нет. Мы для этого используем шанишки. Вот, это один шанишек или шанишка. А зачем вы нам тогда про икоту гнали? И как можно стену открыть шанишком? Просто съедаешь шанишек, как все. Они офигенно вкусные. А я думал, брехня. Ну и хер-то с ним. Мое поколение выбирает шанишки. Вау! Слушайте, а местного архитектора часом не зовут Маурис Корнелис? Ась? Нет, его зовут Корней Имхов. Хорошее имя. А вы кто такой, собственно? А вы почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Ты чё, это же сам Персей Стырил. Король Коптерки местный и его домашний ребенок дядя Бадя. Меня, кстати, зовут Дураку Бальфой, через Ф. Ты, Масяня, надеюсь, не выберешь себе нечистых друзей? Присоединяйся к нам. А вы кто такие? Мы расисты. Мы расисты, террористы, гомофобы и садисты. Мы расисты, шовинисты, оккупанты и сексисты. Мы насильники и воры, мы убийцы и старпёры. Оу, oh, yeah! Нефтегазо, ворованто и насранто на людянто. Оу, oh, yeah! Ты девиз-то наш знаешь? Сдохнуть за маразматика, будь готовенький! Кто на новенький? Пойдите в сраку, мудаки! А это памятник основателю школы.
великому Навальнянусу. А чё это он с бородой-то? У него же не было. В альтернативной истории Путин его не убил. И он жил еще долго, основал нашу школу и был президентом Новомосковии. Человек, смеявшийся в лицо самой смерти. И некоторые верят, что он воскреснет, когда придет великая битва оптимистов с пессимистами. А сейчас будет происходить распределение вас по факультетам. У нас есть 4 факультета. Первый факультет – ночной жор. Второй факультет – совдеп вазелин. Третий факультет – блин бездуй. И четвертый факультет – это все обман. Мы все хотим в ночной жор. Мы все хотим в ночной жор. Ночной жор, давай. Самый лучший ночной жор. Халц Мауль. Вас никто не спрашивает. Выбирать, как всегда, будет какой-нибудь предмет одежды. В прошлом году это были магические подтяжки. Помочи! Нас зовут Помочи! Всех во все обман нахрен! В позапрошлом году это были порты! Порты? Брюки, что ли? Порты, говорят, порты! А третьего года были кроксы! А что тогда кроксы уже были? Халц Мауль, сопляк! А в этом году это будут... В этом году... Выбирать факультет для вас будут близняшки-митинги. Чего? Митинги! Вот что тебе одевают. Только сразу предупреждаю. Несмотря на милое название, они очень грубые. Если услышите слово «мата», не слово «мата», а в смысле «матерное слово», то сразу затыкайте уши. Понятно? То есть вы хотите сказать, что мы должны на лету распознать матерное слово на половине его произнесения и успеть закрыть уши до окончания произнесения этого слова, которое мы уже и так знаем? Какой в этом смысл? А такое, что вот первые две буквы еще можно, а потом вы должны среагировать. А, то есть двумя буквами материться можно? Не буквами, а звуками. То есть не ёб, а ё. Ё еще легально. Б добавляешь, уже нет. Пи. Ху. Ну, что тут скажешь? Дебилы. Итак, слово предоставляется митингам. Ой, а что вы прям говорите? Это вообще... Жанешки. Так что ночной жор. Ура! А что вы радуетесь-то? Что я сделал? Драники умеешь готовить? Да, умею. Ура! Ну тут просто блядь. У нас твою совдеп вазелин. Боже, совдеп храни. Так увидите его, увидите. Сильный засранец. Ну тут нечего вообще и думать. Ночной жор. Ура! Масяню в президенты! Масяню в цари! Масяню в герои постсоюза, постсоветских, постсоветических, постреспублик! Ура! Масяню в секретари ООН! 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 Масяню в директоры школы! Вы что, охренели все? А ну по местам! Сейчас будет самое главное, будем жрать! Только сожрать нужно реальное волшебство. Я вам больше скажу, жратва – отвратительная вещь, хуже говна. Ну, вряд ли хуже-то, по науке-то. Жратва – это необработанное говно. Ой, а это что такое, кто это тут курсирует? Это призраки махеров, убитых в борьбе за права муфлонов. Вон, Новодворская, Листьев, Стравойтова, Немцов, Навальный, Политковская, Литвиненко, Магнитский, Истемирова, Ишунков, Чикачихин, Бродик, Хлебников, Гиренко, Маркелов, Бабурова, Исаев. Хватит. Блин, много? То ли еще будет. И все-таки жратва лучше говна. Ее есть можно. Что? Ты все еще об этом думаешь? Ой, задолбали вы меня за сегодня, мужики, пипец. Моя социальная батарейка сдохла, как червяк вонючий под забором. Дуйте, пожалуйста, все спать нахрен. А я пойду в душ лучше залезу. Халявная горяченькая. Лохматый, у тебя есть мерзавчик Узо? Нет. А надо, чтоб был. Иногда очень надо. Обожаю, когда все спят. Че-то написано? Только когда пою. А ну окей, нет проблем. Спите, суки. Спите, суки. Все принцы и принцессы жутко в огне прекрасны.
о кайфовых вещах мечтают мозги. Победю! Победю!